Я пытаюсь покосить в ограде. Тут вот пришлось немного на детской площадке. Но здесь, в принципе, трава не сильно быстро растет, потому что здесь эти елочки. Это емкости для меда. Тут надо все. И между клумбами я, конечно, не могу прокосить вот этой косилкой. Но она очень удобна. Мы в прошлом году взяли. Она какая-то качественная. Вот такая фирма, если видно. Новая она сильно дорого стоила. Поэтому взяли БУ. Она на бензине. Кстати, смотрели, вот новые косилки какие-то более дешевые. Мешки совсем одноразовые. Это мешок плотный. Хорошо, что не приходится загребать травку. Все, я это у меня еще перед домом там. Там вообще сильно. Загребаю все в тележку. И курочкам там животным. Девчонки смотрят за Ваней. Развлекают там. Вместо манежа у нас целая комната организовалась с игрушками. Зашла домой. Тут сюрприз от дочи. Это слайс, помазанный медом, шоколадом и ротик из кетчупа. По-моему, просто великолепное сочетание. Буду пить чай со смайликом. Привет, привет всем! Привет, привет, скажи! Всем привет! Да. Ну, дом мы планируем обшивать, поэтому не обращайте внимания, что такой внешний вид у него. И вход будет с другой стороны, поэтому тут как бы с крыльцом смысла делать ничего нет. Тут везде был завал, и трава буквально выше моего роста по периметру дома. Потому что у нас по периметру дома вечно Саша что-то ставит, какие-то вот у нас тут в ванной ремонт не доделан, потолок надо было сделать, стоят панели, думаю, ну сколько они будут стоять. Это зимой только он берется, убрала. Тут какие-то баллоны, ну, в общем, куча всего. Косила ручной просто обычной косой такой. Тут-то газонокосилка. Здесь я периодически проходила, а по периметру просто там косить-то невозможно. Во-первых, уже такая высокая трава, ее не взять. И внизу, в общем, или всякие инструменты, или какие-то фляжки и все остальное. Поэтому разобрала здесь все, обкосила. Здесь стояла старая уже трухлявая лавочка, я ее убрала. Мы вчера сделали такую красоту. С девочками покрасили. Это место для качели. Я мечтаю уже, сколько мы тут живем, о качели. Деревянная такая качеля на цепочках. Мы купили, вот должны привезти. Ее только еще собрать надо будет завтра. И, ну, тоже я не знаю, когда собирать будем. Саша работает. И деревянное основание поставить, ну, чтобы она не прогнила снизу. В общем, будет такой красивый фон для качели. Ну, хотя бы какой-то клочочек такой яркий. Хочется, чтобы глаз радовался, потому что мне все-таки приятно, когда ходишь, и все чистенько. Мужикам в основном как-то идет-идет, и вот без разницы. Вот. Здесь у нас канализация, еще планируется одно кольцо, поэтому тут как бы ничего не выровнено. У нас, ну вот, сколько было возможности, столько взяли, поэтому, ну, пока как бы хватает, потом будет возможность, возьмем. По периметру были листы железа старые, вкопанные уже, заросшие, вросшие в землю. Я это все лопатой отковыривала, убирала. Тут тоже инструмент был. Ну, естественно, трава выше моего роста. Это все обкашивалось. Потом Саша что-то триммером возьмет, потому что неровно, и моей косилкой никак не убрать. Ну, вот уже расчистила. Там тоже это все вот и в траве, все. Вот это было примерно так же, только вот. Вот как вот. Вот такая трава была. Это Сашин инструмент. В тележку я убрала. В общем, там. Та-дам. Тут тоже надо будет убирать все. В общем, объем работы так-то большой сделал, но еще впереди очень много. Вот здесь. А, вот здесь около летней кухни тоже все заросше было. Всякие у нас вечно морозилки, холодильники стоят, потому что он ремонтирует. И, ну, лишние фляги тоже сюда убрать надо.
Ну, хотя бы травы нет. А здесь тоже, здесь у нас душ. Там я девичий виноград посадила в этом году, но пират тут укладывался и поломал мне ростки. Надо какой-то... Я вилки туда вставляла, пластиковые не помогают, они все попереломались. Какой-то хоть заборчик делать, я не знаю, или как. Вот тут тоже вся трава, инструменты всякие лежали. Убрала. Здесь крапива. Вот, где трава не растет. То есть тут высокая была, где газона нет. Вот, прибрала. Ну, там, естественно, у нас в сетке тоже такой завал. Но это уже намного лучше, чем было. Здесь тоже всякие холодильники на ремонт. И вот сейчас вдоль бани прибрала, еще там руками надо будет. Та-дам! Ну вот было примерно так везде. Здесь тоже это надо будет смотреть, что у нас там на земле, и убирать. Вот. Ну, на детской площадке как бы я стараюсь поддерживать порядок. Вообще первый год у нас так, потому что, ну, тот год очень тяжелый был, я с животом. Основную часть беременности проскакала, как конь, и чаи собирали, и творога, молочку возили два раза в неделю. И, в общем, ну, надорвалась мне, чтобы сохранить потом беременность. Надо было лежать полтора месяца до родов, и потом мне очень было тяжело. Поэтому, ну, очень много запущено. И в ограде, и дома. И я до сих пор, Ваня, 10 месяцев, я разгребаю последствия беременности. Ну, площадочка у нас нормальная, в принципе. В песок девчонки уже практически не играют. Даша иногда играет, Катя уже выросла из него. Мне неинтересно. Ну, на тот год Ваня будет. Надо будет новый свежий песок довести. Вот. Здесь горочка. Горку тоже им уже неинтересно. Они в основном на качелях, на гамаках. Вон там такие... Саша протянул веревки, или как их назвать. В общем, они лазят тут. Чи-чи-чи-чи-чи. Вдоль забора сажала топинамбу, чтобы, ну, маленько как бы прикрывала от посторонних глаз. Но так как тут березы, вообще тут плохо что-то растет. Вот там вырос, а здесь мало. Можно подсадить, в принципе. Здесь домичек. Каркас от лавочки тоже. Надо сидушку сделать. Ау! Ну, и тут вот так. Вот тут еще колеса убрать. Вообще не люблю, когда что-то постороннее стоит. Прям вот, ну, раздражает меня это. И тут руками еще обкашу. У меня даже есть цветочки. Мне понравились очень вот эти. Такие рябенькие, красиво смотрятся. Ограда очень большая, и времени, конечно, много уходит. Но я рада, что ограда большая, потому что есть возможности. И батут у нас стоит, и бассейн, я надеюсь, может, на следующий год получится поставить. Здесь, тут вот я начала косить, дальше просто уже не косится, это только триммером. Там у нас углярка. И есть возможность пристроить что-то. То есть мы планировали гараж здесь поставить, потому что вот и инструменты, соответственно, валяются везде, потому что гаража нет. Сарайки старые разбирать надо. А прежде чем разобрать, нужно что-то построить. И получается, по ту сторону, там как раз тоже, что место есть, мы будем делать пристройку, потому что уже просто это необходимо. Пристройку мы планируем делать уже третий год. Я очень надеюсь, что получится в этом году, потому что мы уже, ну, дома друг у друга на головах. По площади этот дом не маленький, но кочегарка, считай, занимает целую комнату. Поэтому нам надо пристройку для кочегарки, для моей комнаты, для сыроварения и, ну, вот, в общем, всех этих дел, чтобы чаи делать и все. Потому что если начинаем заниматься там с мясом или с молоком на кухне или с чем-то, детей надо кормить, и, ну, это очень тяжело. Нужно отдельное помещение. Вот. Ну и, соответственно, котел вытащим из кочегарки, и там уже можно будет делать детскую девчонкам. У нас просто в одной комнате получается зал, кухня и детская, и спальня, и тут же они занимаются. Это, конечно, тяжело уже, с учетом того, что Ванечка у нас еще появился. Нужно, скорее всего, делать. Так что держите за нас кулачки, чтобы у нас в этом году все получилось. Я очень-очень на это надеюсь.
Вообще в планах была новая баня, но кочегарка сейчас намного важнее. Банька старенькая очень, и ремонтировать ну, совсем даже нет желания. Потому что легче построить новую, чем вот с этой что-то делать. Она уже вся гнилая. И, ну. Так, мы летом топим, либо когда приезжают гости. А так у нас ванна, помыться есть где, а для души погреться родители зимой 2 раза в неделю, наверное, топят баню. Мы заодно и в гости съездим и попаримся. Пока так. Ну, может быть, на следующий год, я очень надеюсь, что получится нам поставить баньку. Еще расскажу по меду. Заказы я сейчас принимаю заранее, потому что мы еще не все откачали. Все обговариваем, я себе ставлю галочку. И если вы пишете, писать лучше в ВК все-таки, ну, либо на почту. Если вы пишете, я не отвечаю 3-4 дня. Это нормально, потому что сейчас аврал, очень много дел, и сообщений много, и тоже ну, время уходит много на переписку. Поэтому потерпите. Потому что у нас будет на продажу? У нас будет ферментированный ван-чай, у нас мед алтайское разнотравье. Мед у нас одного вида, спрашивают, какой у вас мед. У нас же пасека стационарная, мы никуда не возим по полям. То есть алтайское разнотравье, оно самое-самое полезное. Это то же самое, если сравнить сбор трав или отвар из одной какой-нибудь целебной травки. То есть там много сразу всего полезного. Ну, я считаю, все-таки по полезности это самый лучший мед вообще, потому что много-много видов трав здесь. Еще мы делали настойку на подморье пчел, и будет забрус. По забрусу куча есть информации в интернете, очень полезная штука. Ну и делала я восковые формочки для всяких косметических целей, можно использовать, либо просто для интерьера, очень симпатичные. Эй, Ваня, красавчик! Ваня, красавчик! Мячик! Мячик! Мячик. Покажу процесс разгребаний. Ваня у меня тут на травке сидел, с игрушками играл. Вот пока я играла, успела. Сейчас уже все на руках. В общем, вот что тут было. Тут еще одним рядом был стройматериал. Это вот мы на сарае использовали. Там, естественно, были доски. Стояли тут магазины. Магазины уже давно вести надо, тоже не до этого. Доски эти все испортились. Вот я их убрала. Ручной косой тут скосила крапиву. Тут еще вот надо доубирать там в досках. И потом уже косилкой как бы измельчаю, потому что когда сильно много, она в мешок в этот не собирает. Ч-ч-ч-ч-ч. Ну хотя бы измельчить, а потом чуть подсохнет, и я сгребаю все это. И тоже на тележке таскаю. Надо будет вот мусор утащить, потом вот это. И потом это докосить, подгрести. Вот у меня все зависит от того, как Ваня себя ведет. Вот такая ручная коса небольшая. Она пока новенькая, острая, хорошо и удобно. Ну, это потихоньку расчищаю. Потому что с масиком, конечно, это все очень-очень сложно. Я вот элементарно... Тут Дарья у нас же 100 рублей убытка, а не ребенок. Дырку вот тогда проделала в батуте. Мне все некогда было зашить. Уже год у нас батут с этой дыркой. Вот я вчера только добралась, зашила. И вот эти штуки тоже все порвала она. Я серым скотчем заклеиваю. Тут еще не доделала тоже. Ваня начал вредничать, бросила, пошла другое делать. Вот так.